Re, viss ēters ir te! Конкурс молодых джазовых исполнителей «Рига Джаз Стейдж» ищет таланты. Конкурс пройдет в столице с 6 по 9 апреля. На сцену выйдут представители 17 стран из Европы, Азии и США. Два года назад я была на конкурсе как зритель, и эти вечера были такими вдохновляющими и насыщенными новыми идеями. Теперь я здесь и счастлива. Участие в конкурсе – это очень значимо. Первый конкурс «Рига Джаз Стейдж» состоялся в 2004 году. Тогда певица Иева Киревица завоевала второе место в номинации «Джазовый вокал». Она уверена, конкурсы – важная часть карьеры музыканта. Что проверить себя. Это первое. Проверить свою психологию, проверить свои качества. И я думаю, что конкурс это спорт. Это надо какой-то, скажем так, какой-то период своей жизни нужно заниматься спортом. В конкурсе примут участие 27 музыкантов, в том числе 4 из Латвии. Борьба за главные призы пройдет в номинациях «Джазовый вокал» и «Джазовый тромбон». Среди жюри Раймонд Паулс. Он же вручит специальный приз маэстро. У него уже есть свой фаворит – исполнительница из Узбекистана Сабина Мустаева. Впрочем, о ее победе говорить еще слишком рано. Сразу обратила на свою манеру пения, которая очень близка, скажем, такому американскому джазовому пению. Это сразу всех так... Ого. Это, ну, если она была из Америки, никто бы так особенно не говорил. А эти страны...